турцентре прошел показ фильма Владимира Тумаева «Белый ягель». Кинопикник организовали в рамках Дня российского кино. Организаторы постарались создать для гостей особую атмосферу ненецкого колорита. «Белый ягель» – фильм о людях тундры, любви и долге, о цивилизации и голосе предков. Лента снята по повести ненецкой писательницы Анны Неркоги. Действие киноповествования разворачивается на Ямале. Главный герой, ненецкий юноша Алешка, стоит перед непростым выбором – пойти по зову сердца или подчиниться голосу предков. Съемки картины проходили в настоящей тундре, в 40-градусные морозы, чтобы передать особый колорит ненецкого быта и культуры. Многие роли в фильме исполнили обычные оленеводы. Провести кинопоказ в турцентре решили по той же причине, чтобы зрители смогли целиком окунуться в самобытность ненцев. Нам пришла такая мысль сделать показ фильма, который на самом деле не все видели, потому что премьера была на Ринмаре, но она проходила в то время, когда многие были в отпусках. Сделать его в турцентре, на площадке на свежем воздухе, где рядышком стоят чума и ходят олени. Среди пришедших и те, кто еще не видел фильм, и те, кто уже просмотрел киноповесть. Фильм завоевал успех среди разных возрастных категорий. Впечатления очень хорошие. Рассказывают про ненецкие народы, как они живут, какие обычаи, какие традиции. То есть, ну, познавания такие хорошие. Как жили они раньше, как живут сейчас. Ну, фильм интересный, тут рассказывают про жизнь ненцев. Оказывается, очень интересно они живут. Фильм очень понравился. Я первый раз была в КДЦ, смотрела его и решила еще второй раз посмотреть. Так, чисто за компанию с друзьями. Очень фильм познавательный, очень интересный о традициях ненецких. Так что советую всем еще раз посмотреть. Показ киноленты длился почти 2 часа. За это время кинолюбители смогли насладиться фильмом. И кроме того, для гостей организовали площадки с боди-артом для детей, песочная анимация, а также ароматный шашлык и горячий чай. Довольны остались все. Алина Вучейская, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север».